Дорогие друзья, у меня сегодня моя микропобеда. У меня давно не было своих достижений в учебе, и я сегодня попала в пятерку лидеров по предмету статистика, математика в двух группах. 24 человека, менеджеры и продюсеры, и в целом мои менеджеры вышли на лидерские позиции нашими общими усилиями. Огромное количество моих друзей уговаривают меня уходить с учебы, потому что, мол, ты уже сама бренд, ты уже сама учитель, куда тебе учиться, ты сама преподаватель. Но, друзья мои, я никуда не собираюсь уходить, потому что для меня ничего так не освежает, как учеба, ничего так не освежает, как быть с молодежью, оживлять все твои залежи и весь твой спящий потенциал. Друзья мои, боритесь за то, что вы любите, боритесь за то, что вы, для вас дорого, и учитесь.